ударил хип-хопом по безмолвному оппоненту. Депутат ЗАГС Собрания Андрей Анохин сегодня представил клип по следам своего рэп-баттла с картонным Алексеем Навальным. Напомню, некоторое время назад единорос бросил вызов иконе несистемной оппозиции. Однако недопущенный до президентской гонки из-за судимости, вечно несогласный, на речитативную битву не явился. Напору Анохина безуспешно противостояла картонная коробка, на которую наклеили портрет Навального. Впрочем, парламентарий от партии власти посчитал, что такой символизм как раз и отражает реальную суть деятельности оппозиционера. Это же Анохин зачитал и в своем клипе. Пустоту скрывать под упаковкой громкой, шариком и ленточкой его прием коронный. Вот он настоящий, образец тут эталонный. Ты не Алексей Навальный, ты Алексей Картонный. Алексей Картонный, Алексей Картонный. Политик беспардонный, интерес твой закордонный. Сейчас увидим. Кстати, Андрей Анохин увлекся не только участием в хип-хоп-баттлах, но и созданием роликов. Сегодня он заявил о старте нового проекта с его участием на популярном видеохостинге.